Здравствуйте, мои хорошие, меня зовут Алексей, продолжаем прохождение антологии темных картинок. Вот, банда в сборе, осталось только понять, как выбраться с этого корабля. Здесь безопасно. И все будет хорошо. Сойдет, наверное. Сойдет для сельской местности. О, привет. Похоже, мы внезапно приблизились к миру духов, не так ли? Давай ближе к делу, а то говоришь только загадками. Вам уже ясно, что происходит? Как это прекратить? Как спасти жизни ваших несчастных безбилетников? Узнаете, надеюсь. Хотя предыдущие пассажиры судна так ничего и не поняли. Той ночью было много смертей. Позвольте помочь вам, дать подсказку. А, давай. Ну что ж, как бы сказать, здесь могут быть замешаны силы, близкие к науке, и даже, может быть, к политике, понятно? Менее потусторонние. Вы, может, уже кое о чем догадались? Нет. Что все и вся может оказаться совсем не тем, чем кажется. Надеюсь, это поможет. Вам разве не интересно, что обо всем этом думают ваши бедолаги и как в будущем избежать ненужных трагедий? Вперед, за дело. Скоро поговорим. Наука говорит. У меня только на память приходит, не знаю, там, сталкер, выжигатель мозгов. Что за хрень творится на корабле? Потому что, если честно, мне кажется, здесь, ну, обитает какое-то зло. В буквальном смысле. Надо успокоиться и постараться мыслить трезво, ладно? То, что я видела... Короче, там были трупы. Трупы солдат. Они были вполне себе мертвые, но потом вдруг ожили и... Знаешь... Я бы сказал, звучит не так уж и безумно. Я что-то видел. Какую-то старуху, полоумную, ровесницу динозавров. И все бы ничего, но она просто взяла и исчезла. Там был еще один Алекс. В каком смысле? Там ходили какие-то чудища с его лицом. С лицом Алекса. Это было ужасно. Джулия, я бы тебя не обидел. Ты ведь знаешь. Я знаю, просто... Так, погодите, окей? Этот корабль не просто жуткий, а какой-то совсем уж жуткий. Сечете мысль? Тут явно что-то происходит. Что мы знаем наверняка? В чем уверены? А, да я даже не знаю, давай, недоумение. Видели золото, что-нибудь? Пора признать, что никакого золота тут нет, раз мы не нашли. И... тайна остается тайной. Уточнение. Что здесь произошло на самом деле? Не знаю. Подозрение. Здесь сплошная чертовщина. Плесень, грязь, вонь. Всякая жуть. Стремное место. Вот реально, все время волосы дыбом. На жопе, ёпта. Волосы. А, встревоженность. Что случилось с экипажем? Куда все делись? Это прям как будто бы склеп. А не корабль. А трупы откуда? Идут в комплекте? Они выглядят так, будто умерли от страха. Мы знаем больше, чем раньше. Это уже кое-что. Мы тратим время. Надо действовать прямо сейчас. Пора отсюда сматываться. Без крышки трамблера мы далеко не уйдем. Дюк не заведется. Погодите. Тут же наверняка есть радиовышка. Можно ее задействовать. Здорово, но ты уверен, что она еще работает? Нужно как-то туда подняться. Я же, блядь, говорил, что они вызовут спасателей. Там же была картина с вертолетом. Короче, если это наука, мы что помним? То, что молния попала в какие-то гробы, из них пошел газ и понеслась движуха. Вот. Так что, чего у тебя там мигает, братан? Что такое? Ну что-то мигало же. О, вот здесь. Нет? Ладно. Жули, выйди нахер отсюда, ну реально мешаешь.
А, ничего хорошего, подожди. Уйди, блядь. Во, видели? Ну было же, блядь, что-то. Ну серьезно, кому... Вот, что это было? А, это часы, ёпта. Братан, ладно. Надо валить с корабля. Ну да. По-моему, мы, короче говоря, полные задницы. Ебать он, капитан очевидность, блядь. Валить с корабля, серьезно? А я думал, что ж делать-то? Оказывается, валить с корабля нужно. Вон он еще, Михалыч. Подожди, братан, давай. О, что такое? Показывай. Патрон, ёпта. А, гильза. Наверное, это бред, но... Может, из этих орудий избили тот самолет? А, кстати, как вариант. Почему бы нет? По идее же, если ты в оружии разбираешься, то можно, ну, типа, по пуле понять вообще, с какого оружия стреляли. Вот. Самое главное, ничего не упускать. Квест номер один просто. Чё там ты крадёшься-то сзади? Хотя ладно, иди сзади, а то мешаешь. Класс. Пригодились бы, если б не дырки. А, ну да, да, да. Судя по обстановке, можно было просто на шлюпках куда-то свалить и... Чёрт его знает. Фух. Хоть немного отдышаться, потому что такой экшен был, да, что просто пиздец. Вот. Но сейчас пока вроде поспокойней, да, обстановка. Братан, сними свои часы, реально, они мешают только. Они мигают постоянно, и у меня это, диссонанс такой возникает. Что можешь что-то использовать. Самое главное, банда в сборе, так что сейчас, я думаю, все у нас получится, да? Ага, ага. Нашли выход? Увы, нет, но я буду искать. Я вам честно скажу, если б я увидел трупы, да, там, которые оживают и прочее, я просто сиганул бы туда, снаружи, ну, с корабля. А они тут пытаются что-то на какие-то выходы, проходы, переходы найти и прочее, шляпу. Подсади меня, да? Эй, мне нужна помощь. Я ж говорил. Тут мы сможем подняться. Подсади-ка. Давай. Флис вообще боевая девка, реально. Ебать она силушка. Я помогу. Эджа! Блин, девка вообще в собственном соку такая. Я бы ей отдался. С потрохами. Сказал, Флис, делай со мной что хочешь. Во всех позах просто. А, ладно. Свои влажные фантазии озвучиваю. Так, давай, 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 братан. Самое главное, ничего не упускать. Ага. Там на самом деле еще проход направо был. Да? Вот. Ага. Ничего хорошего. Ладно. Ну, хотя бы будем понимать то, что это политика, наука и прочее, прочее, да, то есть. Ну, серьезно, это либо газ какой-то экспериментальный, либо какой-то выжигатель мозгов, черт его знает. Здесь. Да, здесь я бежала за Конрадом. А, знакомое место. А мне нет. О, проход-переход. Где? Сюда. Давай. Тут можно пройти. Ну. Ох, чувствую не к добру. Обалдеть. Доводчик двери 80 уровня. А, подожди, вы куда пошли-то? В какую сторону? А, вот сейчас опять я зайду в какой-то проход-переход и... Ну, показывай. Ага. Да, это радиорубка, походу. А, или капитанский мостик. Хотя это, по-моему, одно и то же место, да? А, так, что это? Проход-переход?
Ага. Ладно. Самое главное, ничего не упускать. Скажите, Леха, ты уже говорил это 20 раз. Вы нашли радио? Нет, но радио на корабле должно быть. По-другому быть не может. Это я уже понял. А, подожди, во, приколюха. Наши шансы на выживание. Ёбаный в рот. Подожди, показывай. Какой-то чувак не из нашей команды застрелился. Ну и хер с тобой. Не жалко. Ладно. Так, подожди. У нас там на самом деле еще было пару проходов. Вот. Давайте попробуем. Сюда вернемся чуть позже, потому что, как бы... Сюда я так понял, что мы еще вернемся. Хорошо. Во, подожди, во, приколюха. Показывай. Ну? В последней записи сказано про шторм. Хм. Штурман сообщает, что глубину установить невозможно. Какая-то типа важная информация, но я в душе не ведаю, на что она может повлиять. Хотя тут не подгадаешь, что и когда может понадобиться. Куда мы там с вами пошли? Ага. Хорошо, давайте выйдем наружу, потому что, еще раз повторяю, там есть какие-то проходы-переходы. Вот, возможно, будет что-то полезное. Во, вот сюда. Вот. Вот, ну-ка показывай. А, так он дальше пойти не может. Вот это да. Ну хорошо, хорошо. У нас по идее только есть... Хотя нет, у нас пару направлений есть. Вот. Тут есть проход-переход, но, по-моему, попасть мы туда не можем. Давай, братан, показывай. Что-то не работает. Во. Ну что, погнали, Кафлис. О, максимально крипово. Эй, ты где? Что-то тут не так. Если идти в Сан-Франциско, то не таким же маршрутом. Как будто пытались отвести всем глаза. Типа прятки? Только в океане. Весело. Но ни хера непонятно. Почему? Для чего? Показывай. Ну, братан, во. Чё такое? Корабль снесло с курса. Была сильная облачность. Они не знали, где находятся. А приборы на кой хер? Приборы-то не обманешь? Или, может, я что-то не понимаю? Здрасте, здрасте. Как у вас тут дела? Алло, алло, Смольный слушает. Да, ужас какой. Бедолага скопытился прямо во время эфира. Да, уж помню. Не позавидуешь. Я умираю. Да, уж помню, было дело. Какой-то злобный чуч. Его убил. Смотрите. Работает. Не может быть. Оно до сих пор работает. А то. Старые радиостанции мало отличаются от современных. Если подключить к сети. Сейчас попробую. Алло, алло, Смольный слушает. О, работает. Тихо. Ага. Ну-ка, в ту сторону. Ага, нельзя. Номерная радиостанция. Военная частота. Попросим помощи. Эй! Эй! Меня кто-нибудь слышит? Алло! Принято. Прием. Охренеть! Есть контакт! А...
указания. Если вы слышите, мы на старом грузовом корабле. Наши примерные координаты 12:30 южной широты, 151:20 западной долготы. Пожалуйста, мы вас ждем. Нужна помощь. Бляха, не слышат. Тревога. Мы на старом грузовом судне. Кажется, его название Ранг Медан. Алло! Алло! Вы меня слышите? Ну же, прием! Обалдеть. Не, они слышали, потому что вертолет-то прилетит. Йоу, народ! Зацените. Может, мне тоже покажете, а то я нихера не видел. Куда-то же этот путь ведет. Надо попытаться включить электричество. Нам нужно включить радио. Кто-то из нас должен остаться здесь, возле радио. Скажу честно, от меня там будет маловато толку. Пойду я, разумеется. Я все сделаю. Идти должен я. Ну, младший. Ну что? Думаю, ты заслужил повышение. Будешь средним братом. Я не понял, ты о чем вообще? Ты отличился. Прям вот грудью на амбразуру. О, эк ты метафоричный. А не на фотку пулемета. Уважаю. Серьезно. Ну, что скажешь? Поощрение. Ну, если ты хочешь. Я в тебя верю, бро. Я тоже иду. Эй, что? Джулия, нет. Ты не охранник. Я о себе позабочусь. Эй, раз Джулия сказала справиться, то справится. И точка. Ну что, Джулия, ты и я. Ты да я, да мы с тобой, ты да я, да мы с тобой. Ебать копать. Жесть. Вот это приземление. Но главное, что живы, уже хорошо. Кости целы? Все на месте? Все целы? Нормально. Надежда? Нормально. Что будем делать? Надо понять, где мы. Ладно, мы будем ждать у радио. Давай. На кой хер мне зажигалка? Эй! Подозрительно, спокойно. Ты первый. Даму вперед, ёпта, ты чё? Ну что, поехали? Это, видимо, нижний уровень корабля. Самое главное, что нету этих призраков, уже хорошо. Хотел бы я, знаешь, кайфануть. Что за хрень ты несешь? Ну, при других обстоятельствах этот корабль был бы крутейшим местом для исследований. Серьезно? Вот уж нет, вовсе нет. Сказала так, кто первая погрузилась к Крэку. Заткнись. Там на самом деле, по-моему, комната была, вот, но попросту пройти не мог. Встала в проходе и ни туда, ни сюда. Приколюхи, смотри. О боже, на что это похоже? Что их так трупы-то пугают, уже пора привыкнуть. Мы уже все что угодно тут видели, да? Нас уже попросту нечем пронять. И призраки, и трупы, и чего тут только не было. Ну что, погнали. Там еще был один проход-переход. Давай. А-а-а, так это лазарет. Вот это, да? Вот это? Ха-ха. Наверное, сын кого-то из экипажа. Ага, ага. Обалдеть. Понял. Давай. А, подожди.
Давай, братан. Пока она тут... Во! Там был просто проход-переход. Вот. Но, может быть, я ошибаюсь. Но давайте проверим. Чтоб наверняка. Ага, ага. Нам как раз-таки уже никто не мешает. Во, пожалуйста, вот это что такое? Вот. Нельзя? Подожди. А сюда? Вот, тоже нельзя. А сюда? Вот, вот, пожалуйста. Я же говорил. Мне самое главное какую-то картину посмотреть. Вот. Ничего не пропуская. В лазарете лежал парень по имени Джо. О, это больше похоже на тюрьму какую-то. Ага. Во, приколюха, смотри. Хватит мне свои записки постоянно совать. Похоже, какие-то разборки. 10 дней в карцере. Ого. Видать, ему основательно крышу снесло. Есть такое. Ну что, ладно, поехали к Джулии. Подожди. Ну что, вроде все посмотрели, картин, а к сожалению, не оказалось, поэтому отправляемся до Джулии. Джули, я иду. Джули, Джулия, о, Джули. Джули там уже размотали, походу. Сейчас уже придем, там труп валяется. А, так, подожди, мане. Сперва сюда сходим. Ничего хорошего. Жалко. Джули, за мной. Давай. Ага, вижу. Ща, подожди. Ага. Давай. Прыгай. Эй, иди посмотри. Смотри, там внизу. Машинное отделение. Самое место для генератора. Во! Лестница обрывается. Кажется, я могу... Стой! Опа! Ты в порядке? Да! Я в норме. Спускайся! Давай. Опа! Во! Больше боялись. Так, назад мы пойти не можем, хорошо. Ой! Господи, чего? Смотри, там... Это... Стой, ты не видела? Ау? Ау. Ладно. Так, значит, у меня есть глюки, а у тебя нет. Да, думаю, мы все сходим с ума. Я думаю, виноват туман. Из-за тумана могут быть глюки? Этот туман пудрит нам мозги. Думаю, именно так все и было. Потому и на корабле никого. А с упавшим самолетом это никак не связано? И был он поисково-спасательный. Он прилетел, потому что с корабля послали сигнал бедствия. Но, думаю, они уже были под действием тумана и по какой-то причине сбили самолет. Кто же знает, что им там примерещилось? О, боже. Ладно, идем дальше. Интересная теория. Давай. Роттердам де Пари. Собор Парижской Богоматери. Какой-какой матери? Да уж. Угу. Чё-то ни картин, ни приколюх. Жалко. О, пожалуйста. Какие-то книжки постоянно попадаются. Чёрт его знает, что это такое. Талмуд, ёпта. Но ты посмотри. Корабль был на якоре. Но почему? Ладно, пойдем дальше. Ничего интересного. Ага. Так, а здесь мы... Подожди, здесь мы можем пройти? Тоже не можем. Что-то я заблудился уже в двух кустах.
Так, братан, подсказывай, Брэд. Ну-ка. Брэд, подсказывай давай. Бляха, а? Сюда может попробовать. Ага. Вот, вот. А знаешь, чего я хочу? Сухие шмотки? Да. Она их там от страха обделала, походу. Джули, не отставай. А то у меня сейчас тоже будут шмотки нихера не сухие. Ща какая-то козябра как выскочит. Подожди, братан, давай. Во, смотри. Эй, эй, я нашел. Слава богу, он работает. Серьезно, круто. Ну, слава богу, нашли. Переключи рубильник и пошли наверх. Давай. Бам. Все, пойдем наверх. Где-то же можно подняться. О, заработала система. Электричество вырубилось, но мы починили. Как слышно? Прием. Опишите ситуацию. Прием. Нужна помощь. Срочно. Какие-то существа на корабле пытаются нас убить. Прием. Возможно, направляется группа спасателей. Прием. Местонахождение подтверждено. Обалдеть. Чтоб тебя, работай. Не, самое главное, что они уже в пути, так что все будет хорошо. И картина у нас была то, что вертолет прилетает. Так что все будет. А, отлично. Да, Джули? Ты со мной, я с тобой, все будет хорошо. Джули, Джулия. Посмотри. Это ребризер. Херабура это, ёпта. Походу, они с нашей яхты притащили. Он еще работает? Там есть немного смеси. На пару минут. Стоит его брать, он тяжелый. Он будет нам мешать. Решительность. Ты с ума сошла? Пол корабля затоплен, он может спасти нам жизнь. Не я же несу, они понесут, так что мне похер, пусть тащат. Ferme ta gueule de merde! Tu dis n'importe quoi! Tout ce que tu racontes, c'est des conneries! Alors, ferme ta sale gueule de merde! Ебать его накрыло! Это никакой нахер не туман, это газ! Реально газ! Судя по всему, какая-то военная разработка. Вот, эта херня упала в какой-то картине это было. Она упала и там что-то разбилось. Парень белочку словил. Обалдеть. Сука, это было пиздец как сложно. А, жесть. Давай, давай, давай. О-о-о. А если бы он нас спалил, он по-любому бы нам по башке как надавал это кувалды, да? Обалдеть. О-о-о. Максимально крипово. Так, ладно, поехали. Зачем он его убил? Ебать, его там колбасит. Осмотреть. Валим, валим, валим. Она, походу, медальон проверяла, да, чтобы в руке не было. Тихо.
Спокойствие, только спокойствие. Он какой брутальный. Зря вы прячетесь, сучки мелкие. Хотите захапать все золото? Тут же, наверное, целая куча. На всех хватит. А мы все в деле, так? Пытаетесь меня облапошить? Бляха. Чтобы не делиться, вы оставите меня здесь. До смерти. Но капитан здесь я. Я здесь главный. Блять. Это реально было тяжело. Эй! Давай, давай, давай. Закрывай! Боже, не стой! О. В безопасности? Пожалуйста, скажи, что да. Да, конечно. Эти двери способны выдерживать... много. Не, кувалдой он сюда не пробьется, так или иначе. Так что все хорошо. Все, все. Не с места. А вот теперь никто из вас не изменится. Повернитесь. Тихо. Медленно. Вот так. Ладно? Не меняйся. Не смейся. Руки вверх. Тихо. Успокойся, успокойся. Нет, нет. Нет, не так. Никаких перемен. Все. Просто убери пистолет, и никто не пострадает. Он застрелится сейчас. Думаете, я хотел убивать? У меня просто не было выбора. Он внутри нас. Я прав? Я же прав. Картина была, что он застрелится. Ага. Вот опять. Опять все переменилось. Что? Что изменилось? Назад! Не лезьте к туману. Что? Здесь нет тумана. Не вдыхайте! Не вдыхайте туман! Любопытство. А почему нельзя вдыхать? Как он действует? Он... зло. Он оживляет то, что не должно быть живым. Уже внутри. Уже внутри нас все. Пожалуйста, успокойся. Стоп. Стоп. Туман в ком-то без нас? В тебе, блядь. Убери пистолет, слышишь? Что за разговор? Чего ты меня приказываешь? Да, вы вдохнули туман. Только что. Я чувствую. А, беспокойство. Ладно, хорошо. Да, там и правда что-то такое было. Какая-то дымка или туман. Я знал. Говорил. В тебе есть туман? Возмущение. Ну да. В смысле, мы все немного вдохнули, но... Обалдеть! Нет. Блять! Пиздец! Нет, он застрелился, как бы, на картине это было, блять, но... Охуеть! Но не показали же, что он убил сперва эту девку. Ебическая сила. Интересно, у меня был вариант вообще, чтобы ее оставить живых? Обалдеть. Но если вспоминать Until Dawn, то там можно было, чтобы все остались живы. Так что, может, можно как-то было ее спасти. Жди возле радио. Зачем? Иду на уровень ниже. Может, там есть полезное оборудование. Постараюсь недолго. Подожди меня здесь. Я тоже буду здесь. Чё там за движуха? Сука, опять начинается.
Блять, это тяжело. Ебать, его накрыло. Близ, иди сюда. Иди сюда, тебя молотком тут ёбнут. Останься у радио, только не сбегай. Скажешь тоже. Крышка трамблера у их босса, я его видел. Надо идти за ним. Обалдеть. Ладно, ребят, давайте на этом месте запаузим, продолжим прохождение в следующем видео. Ставьте большой палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. Всем хорошего, позитива, удачи и пока-пока.